Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о перспективном проекте SEAL. Это блокчейн четвертого поколения. Как вы видите на экране, блокчейн 4.0. SEAL описывает себя как блокчейн 4.0. Это связано с тем, что он улучшает биткоин, блокчейн 1.0, смарт-контракт эфириум, блокчейн 2.0. Lightning Network, блокчейн 3.0, который используется для повышения скорости транзакций. SEAL настроен на революцию и продвижение блокчейн-индустрии, независимо от того, что вы видите, блокчейн или эфириум. Ожидайте, что SEAL сделает это намного лучше и быстрее. У технологии блокчейн есть проблема, связанная с перегружаемостью сети узлами, которые влияют на равновесие. Именно эта проблема не позволяет использовать технологию для связи нескольких компаний. Однако принципиально новый алгоритм SEAL, основанный на нейронных сетях и адаптированном механизме консенсуса, признан решить данную проблему. Гетерогенные блокчейны обеспечат платформу и подсеть для различных или подобных служб и предприятий. Такая конструкция поможет обеспечить изоляцию безопасности и оптимизацию ресурсов в сети. Кроме того, возможность кросс-цепного доступа приведет к низкозатратной передаче для пользователей. Как мы видим, информацию на сайте, все именно как я вам и говорил. Блокчейн 1.0 это биткоин, 2.0 это эфириум. И вот он 3.0. И новый 4.0, наш проект SEAL. Далее алгоритм нейронного консенсуса, который я говорил. Далее команда. Тут представлена не вся команда, конечно же. Команда у них очень большая. И о команде я расскажу в следующем видео. Опишу вам каждого из членов. А местонахождение и дорожная карта. В дорожной карте мы видим, что начало берет с первого квартала 2018 года. И к первому кварталу 2019 года расписана работа в SEAL. Далее ничего нет, никакой информации. Посмотрим, что же будет к 2019 году. Итак, в заключение хотелось бы сказать, что SEAL называет себя блокчейн 4.0. Есть еще много того, что им предстоит реализовать. Проект все еще проходит предварительные испытания на стадии разработки. В целом, проект SEAL является основательно новым и может стать хорошей инвестицией, если вы находитесь в поисках проекта с будущим потенциалом в криптовалютном мире, то вам подходит именно SEAL. Проходите по ссылкам в описании, заходите на сайт, регистрируйтесь и присоединяйтесь к блокчейн 4.0. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!